Зверское убийство охранника элитного ЖК произошло в Алматы. Видео жестокой расправы моментально разлетелось в соцсетях. На кадрах видно, как мужчина несколько раз сбивает сотрудника службы охраны на машине. Он получил серьезные травмы. Однако злоумышленник на этом не остановился. Он напал на беззащитного мужчину с кулаками и продолжил жестоко его избивать. Пострадавшего доставили в больницу, однако охранник скончался от полученных травм. У него осталось трое детей. После того, как на место приехали полицейские, нападавший спрятался в своей квартире. Он пытался совершить суицид, но стражи порядка смогли остановить его. Сейчас подозреваемый содержится под стражей. По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, между жителем ЖК и охранником произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания департамента полиции города Алматы.